завтра еще основного решения, значит, одного проблема, решение проблемы, роли природа, постановки природа, благодарение миграции. Дело в том, что сама по себе эта проблема инициирована тем, что очень часто, сейчас уже, по крайней мере, наблюдается ассоциация благоценности восстановленного природа, а с другой стороны, присутствие благородных металлов, причем иногда в очень больших количествах. Но началось это все в 1982 году, когда польские исследователи Куча обнаружил, или я опубликовал данные 3 килограмма на тонну платины в черных породах, это Купер-Фишера. Значит, и этот поиск, он пробивается от Польши через Германию и идет буквально до Англии. До сих пор этот небольшой по мощности простой используется для добычи цветных металлов, в том числе и золота, но таких содержаний платины не обнаружили. И в связи с этим даже возникло в литературе идет сомнение относительно возможности реальности этой цифры. Ну, в любом случае, когда металлогенисты и рудники узнали, что есть такие данные, они сели кинулись искать именно платину и золото в черных сланцах. То есть в любом случае эффект был достигнут и высокого популярности. После этого, конечно, к этому Чехословакии подставу нашел черносланцевое месторождение. У нас это Буряк. По, значит, сухой лоб и началась гонка этих утверждений и их объяснения. Так вот, в связи с тем, что проблема такая генетического характера, вот это вот она до сих пор остается, ее решает, но решает ее совершенно разнонаправленно, в связи с тем, что по всей видимости и объекты сами по себе очень сложные. В связи с этим я немножко издалека займусь этим, начну этот вопрос, это золоторудные месторождения. Все они для всех них определена вполне определенное положение, это Миронцы, Чернослазная формация. Здесь вот перечислены на Дальнем Востоке эти месторождения. Но надо учитывать, что еще в том числе есть и Муртау, который тоже относится к Чернослазскому месторождению, и также Быкачак в Казахстане, ну и многие другие, в том числе и, по-моему, Кабель тоже. Кто-то относит к этому месторождению. Другие нет. На месторождении лежащих лесов породах представлены чаще всего известные базы в виде непорядочного и низкокалического графита и битума, причем источником для этого рода считается Бельгия. Ну, в данном случае на месторождении сухой лук здесь представлены сверху, это, по-моему, данные Кряжева. Сверху представлены изотопные составы, и видно, что вроде бы да, они действительно больше относятся к биогену, но за исключением некоторых довольно высоких значений, которые можно объяснить следующим. Для этого надо собрать все исследования, которые по этому месторождению, которые были у Рунквиста, Лаверова, Пинслера. Буряк там еще участвовал, сейчас уже и по стране Лавры участвует, с Урала Масленников и так далее. Но все они показывают, что это было очень сложное по геологическим условиям месторождения, многоэтапное, геометрическое, математическое, тектоническое, которое играет вполне определенный роль, и поэтому вполне возможно и происходило взаимообмен между восстановленными и окисленной формой природы, которые его повышают. Ну, далее в этом же направлении можно
такое сложное геологическое и эволюционное. И в связи с этим оно имеется по запасам месторождений, в том числе и по изотопным составам, которые для него характерны. Далее начну еще рассмотрим одно изотопное месторождение, которое тоже очень широкий разброс изотопных составов в основном на углерода, но и вместе с тем, значит, если посмотреть на данные кряжи и красного, то если взять сумму по включению яс, это предыдущий доклад, сумма по включению яс изотопных составов углерода, то она оказывается от 8 до минус 18, и автор делает вывод о коровом происхождении этого углерода. Надо отметить, что это золотовое месторождение довольно значительное, значительное содержание в плазме. Так вот, на предыдущих слайдах промелькнуло порядка на сухом логе 2000 тонн, это уже как бы подсчитанные запасы, в данном случае вот на торге 32 грамма на тонну. То есть вот это обстоятельство можно рассматривать как дополнительное, как бипродукт. С другой стороны, для этих месторождений характерна одна деталь, что в них не обнаружится минерального отпечатка вот этих вот элементов данной группы, то есть он в рассеянном состоянии. Это тоже потом в конце будет объяснено. Далее, еще одно месторождение, которое попало, которое буквально недавно очень сильно популяризируется, хочу помнить, это связано с тем, что обнаружил повышенное содержание багровых металлов в градусно-тяжащих породах. Ну и в данном случае, если рассмотреть Туркменинское месторождение, то здесь центральный метаморфизм, и вот приведены данные по изотопному составу, которые еще разграничиваются на динамистанцию, фарцию и ашевризм, и интерпретация авторов, это что имеется, был биоканогенный источник и в то же время эндогенный источник углерода. И именно эндогенный источник углерода создал такие условия, создал, в общем-то, повышенную минерализацию изотопов и плазмы и золота. Так. Теперь перенесемся немножко западнее, это вот северо-западный подвод. Здесь тоже очень много месторождений, но что интересно, на этот комбинат поставляет порядка 30% золота, это как бы покупный продукт всего Красноярского края. Ну, вместе с тем мы знаем, что тоже на этот комбинат большие содержания, большие количества поставляет и платины. И мы знаем их модель их образования, это связано с либацией сульфидного расплава, отделением его сульфидного расплава на священные платины. И здесь, конечно, когда вот так вот подспудно возникает вопрос, совершенно четко понятно, что сульфиды практически и в золотовых месторождениях, и вот в данном случае является коллектором благородных металлов. Куда пришел все-таки этот элемент? Мы тоже знаем, что это как основные основные породы, не всегда высший клад благородных металлов, и поэтому они туда экстрагируют. Ну, идем дальше. Значит, в этих же на этой территории расположены площади вот эти желтые, большие поля битумоидов на этих вблизи этих месторождений. Но если посмотреть на факты, то по существу чуть ли не каждый образец на каждом образце выявляются признаки присутствия углеводородов, либо в общем любых описанных форм, например, безобид, минус 14. Теперь дальше идем. Гранат. Зеленый, но в центре мы видим опять же углерод, и он
имеет очень низкое значение. Дальше смотрим. Это вот порода, значит, вот это все серые такие полуголые, все отполы, это графит. Буквально он окутывает вот такие вот различные образования здесь. Графитовые прожилки. Ну, это курильские месторождения. Здесь уголь изотопный состав -24, но очень есть интересное образование, собственно говоря, он даже пока еще не знаем, как его носить, это вот кальцитит, который имеет тоже -24. Пробили, причем, думаю, еще довольно приличная, ну, где-то там от двух, там, ну, два, по крайней мере, мерит, это точно. А ниже них расположены цепиты. Далее, ну, вот, проблема, конечно, все время ассоциация серы. А углерода она немножко смущает, потому что ну, мы знаем, что да, сфера, да, субфиды, да, это благородные металлы, но причем здесь вот наше время присутствует и углерод, хотя если можно ничего странного нет, потому что и тот, и другой, это летучие элементы. Ну, в данном случае вот графит ассоциирует прямо с лапсой субфиды, банный перелет. Ну и здесь эти все черные точечки, которые на субфидах, это все это все углеродистые фазы. Дальше. Ну, значит, если мы решили посмотреть, как влияет внедрение в процессе трапового магнитного дарка на угольный пласт. Ну, как видим, значит, при -24 все-таки немножко увеличился изотопный состав углей. Ну, то есть можно предполагать, что какая-то легкая часть все-таки вышла. А вот по всей видимости, вот то, что связано с кальцитом, вот здесь вот, то тоже постоянно состав, но скорее всего, это, наверное, уже после с отрывом при определении внедрения, то есть это не собственный, а наложенный, готовный состав поздней кальцитизации вот этих трещин. Дальше. Ну, хочу сказать, что и до сих пор эта органика, она дает себе знать, она живет. Вот, например, этот швед был ген, которым я распилил. Это одна сторона, это другая сторона его. Здесь оказался у нас кусочек прямо такой желтоватый смолы. Светотопный состав -27. Здесь вот другой кусочек, черный какой-то. Ну, явно органики, значит, мы замерили кальций 0,3. Потом взяли, подождали 4 дня, мы только снимали. Как изменилось? Появилось. Эта часть появилась, другая пока смотрим осенью, и что получается? Получается, еще появилась. Вот здесь тоже органика, кстати, это проверялось даже на рамской сухоте, и так далее. То есть образец, как говорится, дышал. Причем иногда создавал большие трудности, если хочешь сделать очень красивый шлиф, и видно было, что материал хороший, сделаешь его, смотришь. Через где-то месяц местами произошло вздутие и ломка такой глянцевой поверхности. Ну, в общем-то, все вот такие вот такого рода беда, точные исследования, здесь вот немножко приведено, собрано. И здесь мы видим, что для хайбаста ему мутный питом из прожитков такой находится, но вполне таких разумных биогенных пределах. То же самое миндальным, но и перечтением, ну и еще -30, это уже очень высокие, очень низкие изотопные составы. Ну, график находится от -19 до -24, потом значит, -28, -23 и так далее. Ну, я не могу зачитывать, но единственное, что можно сказать, что вмещающие питанные прожилки без осадочных языков, ну, у них, конечно, интервал значительно ниже, а вот при анализе людей, вот он был, 22 до 24,7 изотопный состав. Ну, в целом все данные лежат. Время. Да, что? Значит, в целом вот такой изотопный состав, и мы видим, что основная часть это габа-галерит, около изотопного состава около -24, и тут сразу нам вспоминается работа Серегина из Едема, по-моему, о патеноносности углерода. На протяженности углеводных пластин. Мы обратили внимание вот на эту часть. Вот на эту часть. Почему? Потому что
оказалось, что ну, такие грубые эксперименты, связанные с определением платиноида с левой стороны и справа, это заполнено составом углерода, вот привели к такой картине, и ясно, что нужно искать источник такой, источник это у нас, так сказать, ну один источник такой чистый, бесплатный, ну а и другой источник. Ну, нужно искать в этой области. В связи с чем мы обратились к такому образцу. Ну, то есть это он, помните, это вот, выявленная, конфликтовая часть, которая потом отобрана, кстати, вот она фронтальная часть, она в Финтуде, он на верху видит два образца, оттуда, дальше. И потом, когда его сделали шик, увидели вот такую картину, которая была непонятна. Совершенно как интерпретировать с точки зрения токсинов, нормальных минералов, грозита. Так, ну и вообще. Ну здесь я вообще-то должен вообще немножко перескочить на, так сказать, чтобы понимать, чтобы понять вот, конечные результаты этого эффекта к углероду, немножко его истории. Но здесь надо отметить, что допустим, на Западе считают, что нано возникла, значит, 1956 году, по-моему, и назначили как бы таким ну, ведущим в этом деле Ричарда Фейнмана. Ну, Ричард Фейнман, конечно, великолепный человек, он, как известно, так и лекции, может быть, кто-нибудь помнит, где 9 томов лекций, которые были выпущены на студент учились. Он был одновременно очень разносторонним, то есть и играл хорошо на барабане, и умел немножко рисовать, и даже был Нобелевский лауреат. Но суть его заключается в следующем. Значит, вот его фраза там внизу много места, но она как бы инициировала целый поток работ, которые в дальнейшем институт определили ряд будущее. И до сих пор. Ну, во-первых, найден фуллерен, и заодно найдены были Нобелевские лауреаты. А вот здесь вообще несправедливость. Почему? Потому что недалеко от нас институтивщина физической химии и химии, вот они должны были получить Шкевичева Букьянович, который покупает такую работу, вот их данные. И это, кстати, признают буржуи. То есть, если это американцы, да, вот случился такой неприятный эксцесс. Ну, дальше все-таки правда немножко восторжествовала. Но самое главное, что после всех этих работ стали делаться очень интенсивные исследования, и эти все новые аллотропы стали получаться искусственно, и вот здесь используется плазменная, электрическая, другая плазменная, но в том числе используется химическое охлаждение паровой ванны ЦВД. Это вообще примечательно, потому что затраты миллиардного характера, количество статей идет на десятки. Вот. И вот собрав так немножко субстрат всех этих работ, можно сделать, что все эти наночные формы определяются вот в этих всех условиях. То есть это вполне реально для георгиевской формы. Ну и действительно, если мы возьмем, значит, вот этот же образец, который мы дальше стали дорабатывать, то здесь оказались именно вот эти углеродистые наборки, все. Дальше, значит, ну это различные разнообразия, их разнообразие, их формы, и, значит, даже те формы, которые не могут воспроизвести до сих пор наноинженеры, но самое главное, что с правой стороны это вот сделано синтетические, ну я и литературу это брал, это то, что это наши данные, ну, практически никакого нет. Самое интересное, конечно, это вот в этом заключается, в том, что по времени да, то есть еще одну минуту и все. По, значит, синхротронным излучением собирание платья показались вот такие вот такой величины. То есть порядка там, ну, до 15 грамм на тонну. То есть ясно, что здесь интересен сам по себе механизм образования этих трубок, который заключается в следующем. Если мы имеем небольшой конденсат, кусочек платья, кусочек нано-кусочек, даже, значит, то органическое
органическое вещество попадает на него, оставляет углерод, выделяет водород, и углерод начинает рост, значит, трубки. Ну, вот внизу это уже чисто экспериментальное. Но теперь, что интересно, что здесь вот по этим трубкам получилось, что они, во-первых, происходят из 4, а 400 до 700 градусов, изотоп из них состав от 4 до 6, до 16, и, значит, так, что еще? Ну, вот это при высоких температурах углерод является переносчиками базами, этим обеспечивается условиях обладания углеродных метанов нейтрализации. Спасибо. Вопрос у меня тут вам, когда вот так. Использовать все возможности современной технологии.